Allroad C21 с новым джойстиком. Выключите джойстик. При выключенном джойстике, если мы снимаем коляску, переводим в механическое положение, то есть, ну, чтобы мы могли катить пациента, включите. При включении будет сигнализировать об ошибке S4, но горит только сам тормоз, ну, вернее, сами моторы. Здесь ничего по скорости нет. Это означает, что нужно поднять рычаги вверх, подключить, после чего все начинает работать исправно. То есть вот после включения, допустим, мы можем поставить на блокировку, и у нас будет заблокирован джойстик. Чтобы выйти из разблокировки, все, мы вышли из режима блокировки.